Черный такой, вот такой. Нет, я ее порезала. Она каждый раз она была в метро. Мы прям приходили там по 10 человек. Ну, ну, бросили, я думаю, порезала. Надежда Васильевна, очень больше понравился. И поле прям от еле оторвало. Ну, короче, она всегда любит вас. Он очень много продает. Да, вот ему сразу входит. Это же замечательно. Вы научились. Еще один. Им быстрее, чем я сейчас тут. Тело движение нелепое. Ну, никак. Когда целый квал, то удаляли. Я уже наделался с Служба после богослужения. Я сейчас скажу, а то мы с ней набирают в полные мешки. Наше сокровище, конечно. Я его спрашивал, он говорит, я же не верю, что это за 9 лет он пожил. Давай там дать все вместе. Вова не пришел? Вова не пришел еще? Сейчас идет. Сейчас. Я же его жду. Должен зайти сейчас уже. Мы пообедали, все. Да, да, с бородой. Я стою, сказал. Концы сделай, чтобы сбоку были слева. Туда перекинь. Вот туда дальше. Вот так. И когда за столом сидим, у нас в одной руке кусочек левый, а правая ложка. Сказали, да. И локти не ставить на стол. Дальше кистей на стол не ставить руки. Ну, оно легко так. Так всегда русские люди делали. Почему? Написано, стыдись облокащими на стол. Стыдись, а значит, бесстыдство. А Василий Великий говорит, каждое животное, которое видит пищу, оно склоняется к ней, а человек подносит. Значит, склоняться не надо. Вот отсюда такое простенькое. Дети у меня за день сейчас научатся в лагере. И за 48 лет не было, чтобы кто-то сказал, тяжело или что тяжелое. А дальше уже я говорю, кто наклоняется, ложкой пол, вот так по столу стукнут. Ну и кому стукнуть за 48 лет, никому. А страх у меня не... Почему? Надо, мы в армии везде так. Не знаешь, говорит, научим. Не хочешь, заставим. К армии ты не служил еще? Нет. Ну. Видишь у нас? Какой сильный. Полная свобода. В церквах этого нет. Сейчас все выскочили, разбежались, никто никого не знает. А мы все мельчайшие детали знаем. Кто-то поехал. Сейчас вот пошла, она два раза наказала, чтобы мы молились. С семьей она поехала. Все молимся. Кто-то заболел. А сейчас какое-то занятие еще будет? За что? Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесе, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Почему вы это спели? Все. Вот если кто послушает, что из-за стола Отче наш никогда не считается, это за стол. А из-за стола благодарим Тебя, Христе Боже наш. И кто нас посмотрит и скажет, не православное. Хотя мы за это не смотрим никак, все равно до Бога. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и все спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Спасибо, Господи, Пелорад. Во славу Божию. Давайте со стола поскорее. В темнице сидящих нищих, сирот, вдов, священство, иноческий чин, притч, икон, и вся православная христиане. И избавь от всяких гнева и нужды, болезни.
и полезной душам нашим сотворим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По славу Божию. Давайте со стола. По-быстрому. И там и помоешь. Главное, начинай, сколько так дружно. Куда спешить-то, куда спешить-то? Куда помоешь? Так и самозабвенно. Давай, пока носим и уже вымоем. На камеру. Ну, вы просто решили на камеру это. Все, это, можем сюда идти. Давай. Дальше пойдем. Сейчас с нами уже наконец-то отрок, который начинает понимать, что ему в жизни надо. Вань, не с этой стороны. Ой, я грешник бедный. Ой, я грешник бедный, правда я такой. Если Бог ведь смертный не был он дорог, не был он любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. Не был он любовью и не спас меня, то давно погиб бы в мире этом я. Буду с верой в сердце я к нему смотреть, если мир не скажет мне им не владеть, если я услышу слово от него, буду славить сердцем, буду петь его. Если же я услышу слово от него, буду славить сердцем, буду петь его. В сладком размышлении, что ты пастырь мой, ты считаешь правду, да я ты страх мой. Радостно желаю я к тебе прибыть, для тебя трудиться и с собою жить. Желаю я к тебе прибыть, для тебя тут и стоит. Баклажанчики тебе. Друг друга. Что это такое? Я Володя, потом баночки вам принесу. Давайте. Тревога, говорит. Идите, пойте. Лена, иди в хор. А что не поешь-то? Помогай. Пусть я буду бедным духом пред тобой. Лена, где она у меня, Лена? Пой. Громче пой. Уберут без тебя, ты пой и садись. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб тебе нуждаться и дышать тобой. Давайте еще. Что, ангелы все... в небе. Давайте. Да нет, блин, я короткую сейчас тут уже заканчиваю. 84-й. Очень небесный. Жаждет правды народ. Познакомь. Это еще длиннее. Игорь, дай ключик от машинки, я заброшу. Откуда хлеба? Ну, а, ну, во имя дал христиане. Ну-ка, эту спойте. Я не знаю, где она. Что за молчание? Новые гимны начните, кто знает. У тебя очень хорошая прическа. Давай.
давайте мы где-то на концерте потом будем по этому петь. Так. Давайте споем вот «Отче небесный». Быстрее, сол протрите, чтобы сесть можно было. Отче небесный, Боже могучий, Ты утешитель, Дух правды Ты, Ты вездесущий и всемогущий, Будь, Боже, с нами, нас освяти. Ты вездесущий и всемогущий, Будь, Боже, с нами, нас освяти. Отче, источник счастья. Протирайте там, убирай. Опять составили. Уберите скорее, мы за стол сядем. Потом уже протирать на кухне. В наших сердцах поселись ты, Боже, благослови нас, счастье нам дай. Со стола маленько еще. Со стола спихни вот это все, крошки. Благослови нас, счастье нам дай. Отче, избавь нас от всяких падений, души украсть чистотою твоей. Дай нам дела и святых песнопенья, больше прославить Тебя среди людей. Дай нам в делах и святых песнопенья, больше прославить Тебя среди людей. Почему он заканчивается, быстро не знаешь.